Сладкая мечта. Губернатор Александр Гусев в ходе всероссийской акции «Елка желаний» исполнил просьбу юного воронежца Евгения Зеленкова побывать на кондитерской фабрике. Визит в Сахарное царство не заставил себя долго ждать. Для Жени и его мамы Светланы устроили экскурсию по предприятию и не забыли про вкусные подарки. Ну а что больше всего впечатлило мальчика и с какими эмоциями он покинул производство, расскажет наш корреспондент Евгений Жакот. На воронежской кондитерской фабрике особый гость – 12-летний Женя Зеленков. Посещение сладкого производства – его заветная мечта, которая стала реальностью благодаря акции «Елка желаний». Шарик с посланием именно этого мальчика снял на празднике с новогоднего дерева губернатор Александр Гусев. Утром был звонок, было неожиданно, конечно, радость у нас. Мы сразу всем покричали дома, наш шарик сняли. Александр Викторович снял шарик, у нас будет праздник, у нас будет экскурсия. Вот мы, конечно, не поверили сразу все, не может такого быть. Оказалось, что очень даже может. Причем сама фабрика на такое предложение откликнулась мгновенно. Тем более экскурсии здесь проводят регулярно. Очень хорошее желание, и нам такие желания нравятся. Мы с удовольствием принимаем ежедневно несколько экскурсий. К нам целыми классами, группами записываются. В день сколько экскурсий может быть? Ну, в среднем 3 экскурсии в день. 3 экскурсии в день далеко не предел. Оно и понятно, на фабрике действительно есть на что посмотреть. А некоторые установки могут удивить даже самых искушенных зрителей. Вот настоящее сердце кондитерской фабрики – это линия с конфетами. Вот здесь они охлаждаются и проходят дальше, где начинается самое интересное. Конфету покрывает глазурь. Знаете, бесконечно можно смотреть на 3 вещи – как горит огонь, как течет вода и как конфету покрывает шоколад. Оторваться от такого вкусного зрелища очень непросто, но впереди у начинающего кондитера Евгения Зеленкова еще и процесс упаковки. Причем в нем он принимает самое непосредственное участие. Еще один неотъемлемый нюанс кондитерского производства, о котором невозможно умолчать – запах. Ароматы здесь поистине непередаваемые, так и хочется попробовать что-нибудь на вкус. Вопреки всеобщему мнению, есть сладости прямо с конвейера нельзя. Однако есть такая штука, как возвратные отходы. Грубо говоря, если вафелька оказалась слишком кривой и неказистой, чтобы пройти дальше, она попадает сюда. К счастью, у меня в желудке совсем не такие строгие критерии отбора. Не попробуешь, не поймешь, поэтому сразу после экскурсии чаепитие с полным ассортиментом лакомств. А чтобы дегустация не заканчивалась слишком быстро, руководство кондитерской фабрики решило вручить семье Зеленковых подарочный набор со своей продукцией. Да такой, что не съешь и за неделю. Однако конфеты рано или поздно все равно закончатся, а вот сладкие воспоминания об исполнившейся с помощью главы региона мечте останутся навсегда.